Ты почему не поехала? А то, що як я вийду, як я, мабуть, під прицелом сидю тут. Як я поїду? Блін, Як їм? тебя сказали, блін, тебя забирают на машине, блін, военной. Щоб Ты мне тут стрельнули по... жалуешься, что ты под прицелом, что ты меня там боишься. Тут пойди на там командиру полка и шел бы на умолял, чтобы тебе помогли, на тебя забрали, блин. Он на выделил, там позвонил тоже в связи. Тебе поехали люди, специальную операцию делают, чтобы тебя только вывести за границу. Вот надо было сразу к ним сесть в машину, блин, взять одну сумку, блин, там самым необходимым, и все, и уехать, блин. Все, что максимум, что тебе требовалось. Ты же видела, что у них такая же форма, как у меня. Ты просто не бачив, як нас тут брали. Ты не бачив. Что ты там была? Перелякана до смерти. Меня трусило 2 дня. Что тебя трусило? То, что нас брали тут в 5:30, даже не было 5:30. Так правильно, это же специально делается, чтобы никаких, ну, типа, потом претензий у тебя не было, блин. Тебя взяли просто как задержали, все, как преступник. Ничего. Детям всем привет, я их люблю. Я дуже люблю сыновей, очень люблю сыновей. Но маме тут можно жить. Хай меня поймут правильно. Скажешь, Владичок, дітям, що батько тут лежить, я його самого не оставлю. Я до його тоді не зможу приїхати, і все.